Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня 15 марта, солнечный денек. Этой ночью у нас прошел дождик. Это первый дождик в этом году. У нас в Калифорнии и дожди очень редко, но в этом году вообще их не было. В этой части мы обычно садим помидоры, вот последних несколько лет. И муж также отгородил для цветов переднюю часть. Посадили цветы между нашим виноградом. Там будем садить помидоры. Прошедшие выходные, в субботу я уже высадила 10 кустов помидор, еще добавив несколько. В середине этого участка растут у нас мандарины, так как у нас очень маленький дворик, и мы хотим иметь и фрукты, и овощи. Так что пытаемся все сформировать так, чтобы всего было понемногу. Персик мы посадили в 2010 году, уже ему 12 лет в этом году, но он еще хорошо плодоносит. Там у нас гранат. Тоже очень вкусные крупные плоды. Эта часть у нас просто трава, цветы понад забором. Также в этом году я высадила в эту часть двора георгины. Решили немножко поменять расположение. Обычно здесь сажали кабачки, в прошлом году огурцы, а в этом году решили просто цветы посадить. Черной смородины. У нас получается 3 куста черной смородины. Это один сорт. Уже появляются цветочки. А это другой сорт. Лимон у нас 2 года находился в горшке, так как у нас не было места, куда его высадить. Наконец-то мы его высадили. Этот участок земли мы планируем пустить под огурцы. Как я говорила в прошлом видео, что мы забор перенесли в сторону улицы, и теперь у нас появилось немного места. Этот виноград я высадила в горшке недавно, стоял он в воде и уже пустил листья. 4 лозы, которые мы обрезали от винограда тамбский пальчик. А этот виноград привезли с Минска. 2 разных сорта. И думаю, что мы заменим некоторый виноград, который у нас уже растет, так как у нас там 4 куста одинаковых. В этом году рано цветет сирень. Очень большое количество цветов по сравнению с прошлым годом. Этот куст у нас достаточно молодой. Мы его посадили года 4 назад, может быть 5. Но в этом году самое больше цветов на нем. В этой части двора у нас растут клематисы. Они у нас уже несколько лет, но росли в другом месте. А в этом году я их пересадила сюда, так как это теневая сторона, и надеюсь, им здесь будет лучше, потому что они очень тяжело переносят нашу жару. Летом наша температура достигает до 40-42, бывает 45 градусов. Здесь мы поставили компостный бак. В горшках базилик и мята. Также посадили в этом году, взяли у сестры шиповник, куст шиповника. Надеюсь, он переживется. И наша ежевика, которая росла в другой части двора, мы пересадили ее сюда. Тоже, похоже, очень хорошо принялась. Много у нас во дворе было камней. Были ими загорожены разные участки. Сейчас мы
думаем, куда их оформить. И в этой части двора нам нужно еще немного навести порядок. Этот сорт винограда, дамский пальчик, он у нас уже 4-й год. Очень хорошо пошел. В прошлом году очень много было плодов. Потом 3 куста Молдовы винограда. И 2 еще просто столовый виноград. Здесь американский сорт. А совершенно новый. В этом году первый год я посадила кинзу, петрушку и укроп рядышком. Кинза очень хорошо взошла. Петрушка совершенно не взошла. А укроп очень слабо. Пришлось еще досеивать укроп. Но эта сторона коробки в основном находилась в тени. Солнце вообще не попадало. Ну, так как еще зима была. Но теперь укроп взошел уже. Некоторый больше, другой меньше. А на этом месте я посадила редис. Накрыла это решеткой, чтобы кошки не копали землю. А петрушку купила рассаду и посадила вот такими кустиками. А между кустиками подсеяла семена. Лучок тоже уже хорошо у нас подрос. Я его посадила примерно недели 4-5 назад. Ну и чеснок хорошо взошел. По над забором планируем посадить кабачки. Там у нас кустик щавля, который весь год. Большое спасибо за просмотр. Если вам интересно смотреть наше видео, будем рады вашей подписке.